Рубль уронил доллар. Две ростовых куклы подрались в центре Красноярска. Шуточный бой начался возле дома быта. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как 10-рублевая купюра с надувным молотком в руках гоняет американскую валюту. Горожане такое зрелище оценили. Некоторые даже громко выкрикивали «Давай, рубль!». Это уже не первая подобная акция в стране. Ранее рубль подрался с долларом на Урале. Правда, на улице Екатеринбурга купюра вышла повесомее – пятитысячная. И вместо молотка у нее был надувной леденец. В остальном все так же. На американской банкноте, проходящим мимо горожанам, показывают приемы из боев без правил.